это же особенная нагрузка, особенные руки, позировка корпуса. Это все немножко другое, чем все другие спектакли. И так же, как настраивается скрипка каждый раз для того, чтобы играть, точно так же настраивается каждый спектакль для того, чтобы он звучал. Когда выходишь первый раз, это сложно, потому что это первый раз. Когда выходишь 10-й или 15-й раз, спектакль имеет свою абсолютную индивидуальную сложность, связанную с этим днем, с твоим ощущением себя и всего происходящего вокруг. Видеоспектакли, они не передают того настроения, которое бывает во время живого спектакля балетного. Поэтому это полуфабрикатное произведение, видеоматериал. Поэтому приходите на живой спектакль. Время несется с такой скоростью, каждый день важен. Поэтому у меня вот завтра будет «Лебединое озеро». Приходите завтра.